Если б жили все в одиночку, то давным-давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Гитара, куклы для мини-театра и развивающие игры. Так проходит каждый день Натальи Поповой, которая занимается с детьми помимо школьной программы. Чтобы осилить все, что задумано, Наталья приняла участие в конкурсе «Я предприниматель». Женщина заявилась с бизнес-проектом, направленным на развитие подрастающего поколения, а также внедрение новых методик работы с малышами. Наталья предложила методики выхода образования на современный уровень. В результате конкурса она получила сертификат на реализацию всех задумок в размере 146 000 рублей. Не надеялась на победу, хотелось просто поучаствовать, посмотреть на участников конкурса, завести какие-то новые знакомства, и они завиденные, мы общаемся. И попробовать свои силы. Наталья Попова преподает детям 3 программы: «Мама плюс я», «Ступеньки к школе», «Начальная школа плюс». К педагогу ходят и 3-летние малыши, и 10-летние ребята. Занятия в студии Натальи Поповой помогают развить прежде всего мышление, в дальнейшем речь, внимание и память. Особое внимание Наталья уделяет мелкой моторике рук у детей. Я думаю, что развитием детей, конечно, нужно заниматься именно с самого младшего, самого раннего детства, потому что в этот период с 3-5 лет называется этот период сенситивный, когда, наверное, именно в этот момент нужно затронуть какие-то стороны души ребенка, да, развивать его мелкую моторику. Ведь Сухомлинский педагог говорил, что на кончиках пальцев находится наш мозг. На полученные средства Наталья Николаевна смогла приобрести для своей студии дидактические развивающие игры, арктехнику, кукол для театрализации сказок, а также инвентарь для новой программы «Мама плюс я». На эту программу у меня записалось 32 ребенка. 32 ребенка. Она будет реализована с сентября по апрель. Занятия уже начались. Желающих очень много. И поэтому будем работать. Найти подход к каждому ребенку для Натальи совсем не сложно. 29 лет в школе – огромный опыт, который сейчас очень даже кстати. Помогает педагогу в общении с детьми. Каждая встреча с маленькими друзьями приносит Наталье только удовольствие. А в особенный день, в день рождения педагога, малыши поздравили своего наставника, подарив добрые слова и искренние объятия. Поздравляем! Поздравляем! Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».